Столичная детская поликлиника при второй горбольнице переехала в новое здание и вошла в состав городской детской клинической больницы. Пациентов теперь принимают по адресу проспект Ленина, 12. Дома соблюдайте постельный режим, питье обильное, значит, морсы, компотики пьете. Вот, проветриваете обязательно комнату. В состав детской клинической больницы вошли практически все поликлиники столицы. Они остаются на своих местах. Объединение под эгидой ГДКБ увеличивает доступность и качество медицинской помощи, позволяет внедрить единые стандарты управления. Здесь мы имеем ряд положительных моментов, в том числе оптимизация административного персонала. То есть у нас для того, чтобы управлять таким большим учреждением, нет необходимости иметь в штате большое количество, условно, главных бухгалтеров, заместителей и другого административного хозяйственного персонала. Позволило централизованно внедрить во всех поликлиниках элементы бережливого производства. Штат педиатров и узких специалистов остался прежним. А вот помещений стало больше. Просторные холлы, комната матери и ребенка, игровые элементы. Все предназначено для удобства маленьких пациентов и их родителей. В помещениях установлена новая мебель и современное медицинское оборудование. В старой поликлинике были темные коридоры, темные узкие коридоры, темные кабинеты. Не совсем удобно было маленьким деткам и их родителям ждать своей очереди. Было скопление народа. Здесь же, в новой поликлинике, гораздо лучше, светлее, просторнее. При помощи лор-комбайна мы можем проводить манипуляции, такие как промывка придаточных пазух носа, осмотр ребенка, промывание ушей при наличии серных пробок. Вообще предусмотрен для того, чтобы мы быстрее вылечили ребенка, никуда не отправляя на дальнейший этап обследования. Пациенты детской поликлиники более 20 тысяч детей. Здесь очень комфортно, уютно, красиво, просторно. Пока сидели в очереди недолго, конечно, но успели же поиграть, увидеть знакомых, побегали. Было не скучно. Инесса Потапова, Николай Скворцов, Республика.